Перебегай! Перебегай, блядь! Перебегай! Пусть! Трошки левее. А? Да, плюс. Блин, подкинь патрон. Кидай, кидай правее трошки. Они в трехэтажку ту. Агрессика, прям эти дюрочки, и минометиком прям эти дюрочки, только бац-бац и все там уже, и тащат уже, и туда, и сюда, и тащат, очень нормально. Пехота не такая страшна для нас, даже вот и вагнерцы, наемники, не наемники, пехота не такая страшна, как именно у них бывают вот эти моменты, очень начали четко, хорошо попадать, именно свои, а то и это. Но мы тоже даем на подавление, и чем больше мы глушим их, убиваем арту, все такое убиваем, тем легче нам на позициях. Именно. Вот когда мы сейчас с АГСом работаем, вот это закидываем тоже в дюрочки хлопцам, сам это закидываем, мы помогаем, и получается как, мы их уничтожаем, и они тащат, занимаются головной болью, чтобы своих вытащить. И наши как раз не обстреливают. Вот это да. Летать, и вертушки залетать, и авиация, все. Это даже не за последние 5-6, это за последний месяц. И кровь это очень добавилось. Ну, хотелось бы, чтобы и у нас так, то есть с нашей стороны, то есть тоже их изматывало и жгли их просто-напросто. Я же говорю, то есть я думаю, будет и меньше потерь, будем идти всегда вперед. То есть, а когда этого всего, то есть, ну, не будет, то, ну, будут, естественно, и потери, то есть, и тоже хлопцы все изматываются очень сильно. Уставшие, изматываются. Это, уставшие. Вот все равно жажда воевать, жажда до перемоги, до победы, она никуда не сгасла, никуда не денется. Хлопцы с ног падают, уставшие, не досыпают, да, ничего, все равно. Даже ночами было не спишь, там, вывозишь там какие-то эти, но все равно вот, жажда, что хочется отогнать врага, вернуть его обратно в свою ту, Российскую Федерацию, хай они там, блядь, варятся, дохнут, как хочет. Просто с наших земель просто выгнать их, чертой матери, и все. Заряжают. Три молодых.
Давай я тоже стану. Отбегай. Проебал момент, куда они ушли. С подвала он заныкал слева. Да? Да. Это дед слева в подвал заныкался. Он их провел туда? Ну да. И ушел в подвал. 27, 4, 6, 4. Влево 5, влево 10. 4, 6, 4. По высоте не надо. Еще. Хорош, давай, а ну дай две. Дальше, на чуть-чуть совсем, на 10 метров, хорош. Надо будет еще влево на 10 метров и ближе на 5. Бачу, как пидоры пересуваются. Мы туда отпрацювали за ГС. 1/300. Не допускаємо проходу ворога в глибину Бахмута та не пропускаємо його заняття більш вигідних рубежів та заняття висот. Він уже, в принципі, в'язався в бій в населеному пункті, ведеться бій в урбанізованій місцевості, але поки до багатоповерхівок не допустили з нашого боку. Ми ведемо бій в більш такому частному секторі. Бої з ворогом тяжко, але поки справляємося. І все залежить від дня, від погоди, від того, як їм БК підвезли. Сьогодні може менше працювати, завтра може цілий вечір гатити просто по всьому Бахмуту. Засипати фосфором, просто градами засипати. Все, що в них є, все можуть використовувати. Можуть отак тихі більш-менш вечора будь. Можуть там методично працювати один в годину, закидувати кудись, один в півгодини. Все залежить просто від підвозу БК чи погоди. За моїми спостереженнями, за тим, кого ми брали в полон, ще є. Вони добирають ще зеків, тому я думаю, ще будуть вони. Але є також в них старші групи, які в них спеціально навчені. Вони найманці, які просто не з колонії. Найманці їхні – це старші групи цих зеків. Це 1-2 на одну групу, це на 10-12 чоловік. В них тактика незмінна. Як найближче підібратися до нас і просто намагатися вибити з будь-якого укріпрайону. Нормально, стоїмо, воюємо, вбиваємо. Стрілкові бої, просто артилерію, мінометами добиваємо. АГСами працюємо, всім чим є, тим і працюємо. Мінімум 4 чи 5 200, які точно підтверджені. На другу повернемо. Як завжди, я знаю, де знайти батон. Це то, що ви бачили. Угу. Там чоловік 8. От вони ось закучкувались. Угу. Говорим Денчику, ну типу, імій совість. Ну, лупи з пулемета. Фігась. Опа. Ой, лишенько, тут надо я, так? Да. Трансляція. Сколько? 3. Один там пытался одного оттянуть на обочину. Короче, здесь они потом на обочине валялись. Ну, короче. На відстані до 2 кілометрів в сторону сміттєзвалища. Прийняв тебе. Юрій, чу? Так.
Вот эти, блядь, сюда. Ага. И она туда. Арка летела. В арку, да? Да, да, да. Ну все, домой зато едешь. Надо, блядь. Надо. Да. Ну, пожалуйста, сходи, блядь. Я вообще ничего попробовал. Да не, ну его нахуй попробуй, блядь. Мне тогда на... Я там какую бабу. Получится вообще трое. Дал все чувачка на У нас есть номер года, вот так вот, по месту, если что-то случилось, плюс там привозят иногда экран, и... Ну, и состояние всех тут находящихся, это лечить. Простуды, наверное, да, там всякое. Да, заболеют все. А вы как? Тоже помню. Короче, вы меня цените. Все лохмотят, да? Yeah.